Послание, которое по информации агентства Unimedia было направлено оппозиционным депутатам от группы, которая себя называет антикоммунистическим движением «Циклон». На сайте Unimedia размещен полный текст этого послания. Его авторы в нем заявляют, что выступают якобы от имени народа и берут на себя полную ответственность за приведение в исполнение этой угрозы. В завершении послания еще раз подчеркивается, что лицо, которое проголосует вместе с коммунистами, будет квалифицировано как предатель и физически ликвидировано. Как говорится, без комментариев.